Выставку стоит посетить хотя бы потому, что действительно здесь захвачены какие-то, во-первых, интересные моменты детства, да, что-то можно вспомнить. Во-вторых, я уже пробежалась, это очень разная техника. Вот. Плюс все равно есть какое-то ощущение теплоты, доброты. И пока у нас погода и морозы, вот хочется зайти, получить какое-то солнышко. Вот работы абсолютно все солнечные, радостные. Вот. И даже если у вас плохое настроение, я думаю, с выставки вы уйдете уже довольные и счастливые. Есть что посмотреть.